Всем привет! Всем привет! Сегодня воскресный день, и с утра до обеда у нас было... Интервью. Ссылочка на канал Ребят у нас будет в описании этого ролика. Да, рассказывали, как мы прожили здесь 2 года, как шли сюда. В общем, если кому интересно, да, ссылочка будет внизу в описании. А сейчас куда мы? А сейчас мы поехали отдыхать в Сан-Франциско. Наш любимый Сан-Франциско. Поехали с нами. Поехали. Даже на парковке пробки, внутри парковки. Взял квиточек при выезде. Вставляешь и оплачиваешь. Ну, дорогая эта парковочка, которая с мостиком к этому аквариуму. 10 баксов в час. Как-то так. Как-то крутовато, по-моему. Ну, что сделаешь? Ладно, уже внутри. Сейчас будем еще кататься, место искать. В Сан-Франциско даже на парковках пробки по выходным дням. Все битком. Чтобы припарковаться, еще надо в пробочке отстоять. А, доехал я до самого верха. Ай, хочу наверху поставить. Под куполом неба. На свежем воздухе. Чтоб наш Леха полюбовался красивыми видами. Пока будет нас ждать. Да? Че он там в подземелье? Здесь-то куда лучше. Пускай вот он стоит и смотрит на Golden Gate. Классная парковочка. Видончик отсюда классный. Сколько яхт, сколько парусников сегодня, красота. Анна, пошли. Парковка здесь, а аквариум вон он. Вон он аквариум за Hard Rock кафе по мостику. С парковки удобно ходить, но за 10 баксов в час. Конечно, можно было даже эскалатор сделать. Парковка выйдет, наверное, дороже, чем билеты в аквариум. Ну что, туристическая зона. На улице она стоит, если не ошибаюсь, $2.5 в час. Но, как вы понимаете, сейчас на улице в воскресенье найти ее проблема еще там, наверное, будет по катушке. Hard Rock кафе, очередь на вход. Так же, как мы ходили по авианосцу Медвея, можно сфотаться, и тебе фотографии сделают с аквариумом. Ну все, пойдемте. Okay.
очень пока круто. Дори. Дори, все знают Дори. А вон Немо. А вот и Дори. Мы их нашли. Звезд экрана прячется. В общем, их после съемок фильма здесь, видать, поселили. А вот фонтанчики этих китов мы видели, когда ездили с Татьяной на ее день рождения. Вот увидеть бы, как он вот так выпрыгивает, вот это было бы круто. Разглядывает пасть чудо. Да. Новочка попался, видишь, цвет. И он погибает вот так. Поэтому мусорить нельзя, доча. Вот здесь как раз это и показано. Ну, интересная штуковина. Пасти. А я не знаю. Тут еще третий этаж какой-то. Пойдем. А, нет, это третий этаж. А, мы по кругу должны пройти. Там перекрыто. Мы должны... Доча. Так, подожди. А, мы спустимся. Но там перекрыто почему-то. Сейчас, получается, спуститься надо. И мы потом поднимемся. Как-то тут какие-то лабиринты. О, нам бы вот как раз вот такого чего-нибудь хватило бы. Кому что, Костя катера разглядывает. Ну, пойдем посмотрим. Вау! Вау! Елена! Все, идем вот сюда. Скаты, акулы. Классно. Блин, ну круто, круто. Темновато, но, наверное, так и надо, да? Ощутить себя на дне. Там же темно. О! Такого на пару дней даже хватит жарить. Вон, смотрите, осетр. Осетр. Здоровый. Okay.
Да. Классно. Вот она летит на... Привет, скат! Какой он красивый, да? Сколько много! Акула к тебе кибровая плывет. Классно! Бурюха ската. Ой, вот это интересно, ага. Полускат, полуакула. Классно. Огромные, это вот как на пирсе. Да. Санта-Круз, да? Угу. Тут где-то это там написано, что тут где-то осьминог. Но осьминога я не вижу. Они живые, не переживай. Вон он осьминог. В углу спрятался. Гигантский тихоокеанский осьминог может достигать в длину 5 метров. Да, действительно монстр подводный. Креветки. Таракашки. Подводные. Доча нашла осьминога. Такие большие щупальца у осьминога бывают. Они прям на дне лежат. Глубоководные. Страшные здесь ребёхи. Ну говорят, чем страшнее, тем съедобней. Наверное, кто-то про фугу тоже так же думал. Капец от них травой несет. Они аж пропитаны этим запахом. Дети с детства его нюхают. Поколениями сидят на ней. Вот так пирсы выглядят под водой.
обрастает. А смотри, его и не видать среди зарослей. Рыб повисит там. Но. Вот это гигантик. Да. Это кто такие? Не знаю. На динозавров похоже. Ну. Эй, мальчишка, посмотрите. Вон еще. Деточка. Ага, вот доча, смотри, какая большая. А вот кот. Зай. Он размером с акулу. Ага. Где? О, точно. Это тоже аквариум, это не телевизор. Думаешь, это электрический, да? Потому что на тех вот этих шума нету. А, вот этих, этих волосков. Они ими и жарят, наверное, да? Да. Ну, эти тоже могут. Почему ты считаешь? Есть у них тоненькие. Да. Классный такой большой антистресс. Дома бы такой поставить, да? Прикольно. Стенкам. Медуза прилипала. Очень интересно. Еще, и да. Еще. Тоже очень красивые, да? Такой яркий рисунок. А еще фотографии старые. Но. 1893 год. Ого, подводное селфи. Можно потрогать косточку, да? Вот, смотри, ракушечка. Это голова чья-то. Чья-то голова. Молодец, это очень интересно, да. Угу. Привет! Я тут съемку веду, не могу отвечать. Ага. Детский сад их, наверное. Залезла уже обезьянка. Кто-то тут живет, наверное. О! Вон они. Что-то там наяривает. Все. А, окей. Фотографии наши. Что, пойдет? Берем, да? Все, хорошо, отлично. Сегодня народу много, выходной день. Ну расскажи впечатление немножко. Ой, очень понравилось, классно так. Да? Вообще. Вообще. Ну стоило того, чтобы сходить. Да, однозначно. Пойдем сейчас погуляем, пока ребята опоздуны еще ходят по аквариуму. А потом вместе сходим куда-нибудь покушаем. Это что, у нас час не было где-то, да?
все битком. Смотрите, за час все заставили. Я заезжал сюда, тут машины 3-4 было. Пустая крыша была. Да, народу. Сейчас куртки возьмем, ветерок, чтобы погулять подольше. Пойдем, зайдем. Ищем место. Все везде забито. Очереди, очереди, очереди. Выходной день. Аллигатор. Вроде нашли мы места. Заказали по супчику. Не было фиш-н-чипсов. В прошлый раз, когда гуляли, кушали этот супчик, дочь брали фиш-н-чипс, потому что там картофель фри она любит. Ну, взяли ей пиццу. В общем, ждем. Сейчас назовут наш номер. Здесь каких только халебов не делают. Большой такой ресторан. Много всего. Боудин называется. Корзины с хлебом. Они по кругу ездят. Ага. Корзины с хлебом. Интересно. Ну слушай, ну они, наверное, им пользуются, потому что одна вон пустая едет. Вытаскивают, когда им надо. Хлеб заканчивается. Ну да, там сюда, туда супы накладывают, да. Потому что он настолько густой, что он как каша. Здесь пивко разливное наливают. Взял по стаканчику пива. А там в печке готовят вот такие шикарные бутерброды, гамбургеры. Вот такую красоту готовят в этой печке. Все, пивко готово. Пошли кушать. Вот она визитная карточка Сан-Франциско. Одна из крабовый супчик. Где-то там должен быть краб. Он покрошенный. В общем, приятного аппетита. Сейчас будет у тебя тоже супчик. В общем, ребята, мы до этого кушали пару раз в других местах суп этот. Здесь очень вкусно краб, но они добавили перца зачем-то сюда, острый суп, и добавили кукурузу. И по нашему обоюдному общему мнению, они испортили этим суп. Кукуруза здесь лишняя, так же, как и перец. В других местах супчик был вкуснее. Но, тем не менее, все равно. Замечательный день. Все классно. Классно. А, ну это вот туда куда-то как-то. А вот потому за это вот где колесо стояло. Вон там, там закрыто, видишь? Сейчас все закрыто. Это вход в музей получается. Самолет. Какой-то военный. Так низко летит. Четырехмоторный, это этот, который Б какой-нибудь транспортный. О, пловцы какие-то плавают в гидрокостюмах.
спайси магазинчик. Чисто приправы. Магазин соусов. Всяких разных острых соусов. Видишь? Чоудер. Uh-huh. Это вот и есть это. Клэм чоудер. Это и есть вот этот супчик. Похлебка. Но. И мест полно. И мест полно. Тем дешевле. Но чем дальше от туристической зоны. Иди сюда. Тем я. Дешевле. Ну, естественно. Как можно с детьми пройти мимо этого магазина? Ответ никак. Надо заходить. Хочешь, не хочешь. Желешки, карамельки, вкусняшки. Что хочешь есть? Для того, чтобы твой бэбик был счастлив. Ха-ха, Лего. Конфеты. Шарк, да. Ну это, да. Желешка шарк такая здоровая. Ну давайте возьмем. $17 такая штука. Ну не знаю, ну давайте возьмем. Хочет ребенок вместо игрушки. Возьмем. Ну, доча, или то, или другое. Или желешку шарк, или единорожку. Я бы выбрал единорожку, она $5 стоит, а не 17. Какой папа скупердяй. Прикольный магазинчик. Бусы, букет. Пошел к любимой на свидание. Крикет. Вкусняшки, да? Конфеты. Саранча. Кемпинг без пива – это просто сидение в лесу. Купила себе такую наклеечку «В будущий наш кемпинг». Алкогольные конфетки. Джек Дэниелс. Ну и куда же в Калифорнии без таких конфет? Ладно, пойдем дальше. Так проходят экскурсии. Всех наушники. Впереди экскурсовод. Прикольные машинки прокатные. Ох, какой Мустанг. Старичок. За $16 ты можешь выловить раковину, оттуда достать жемчужину настоящую. Вон, подойди, посмотри.
Прикольно. У нас это тоже прикольно. Ну, прям набор куча монетов, да, получается в одном? Ну, классно. Это тоже классный наборчик, да? Но... нашивки. Ах, Пантиак. А нет, это Линкольн. Дети сзади глохнут. Багажник подлетает. Не видно. Да, Чип-мобиль. Это Мадам Тюссо. Это слышишь, Миш? Мадам Тюссо. А я его снимал, он туда ехал, ага. У него багажник трясется от басов. Евгений, где оттуда? Мадам Тюссо. Все, дети уже внутри. Молодцы, не теряются детки. Ну, похож, похож, похож. Что сказать? Цукерберг. Да, можно будет сходить, ага, Мадам Тюссо. Но на Голливудском бульваре. Я думаю, шоколадно-конфетных магазинов достаточно. Да-да-да. Вон уже полные руки. Макдональдс старый. Ламповая вывеска еще. Сейчас такое не встретишь. Шикарно, да. Но... вон еще один арт-салон. Это суперкар электро от BMW. Смотрится, конечно, классно. Стена разрисована вся. Так, ладно. Да, догоню своих. Торговля по выходным идет. Где еще, как не в Сан-Франциско, можно увидеть свободные продажи на улице трубки для курения Крэга. Это прям какой-то филиал во все тяжкие. Рисует картины.
Шикарные хот-доги, колбаски, обернутые бекончиком и обжаренные. Выглядит очень аппетитно. Прикольный Порше. Это он не мокрый, краска такая. И рядом Феррари стоит перламутровый. Блестящий. Остановился кофеечка взять нам в Старбаксе. Рядом с тротуарными жителями. А у них тут такой бурбулятор стоит. Это капец. Они тут походу курят, я не знаю. Половина сан-францисковских бомжей приходит сюда покурить. У них тут диванчик, кресла стоят и охрененный бурбулятор. Я представляю, что тут происходит, когда они сидят, пыхтят тут всей толпой на этих диванчиках. Мы решили заехать напоследок на Twin Peaks. Доча уснула на последней сидушке, на задней сидушке уснула. Я был на этой горе Twin Peaks, оттуда Сан-Франциско, как на ладони, в Инстаграме фотки выкладывал. Таню давно обещал туда свозить. Сейчас поедем, съездим. Ну, а потом уже, наверное, домой. Пожарка со скорой уже проехала. Ох, целых две пожарки. Уже куча пожарок проехала. Еще целых две пожарки едет. Сейчас. Что-то там серьезное. Все прижались. Пожарок проехало. Во все стороны. Полиция, скорая проехали. Ой, там что-то люди над землей валяют. Там капец. Очень жесткая авария. Одна полоса левая. Разложили. Да, всегда сразу первым делом раскидывают эти фаеры. Ой, мотоциклист. Блин. Таксик. А он еще и загорелся. Мы его тушили, похоже. Это Мехико-Сити и Мехико-Сити. Фавелы. Дом на доме, вон, прямо. Вообще, очень похоже. Только не такое цветное. Но в Мехико-Сити оно еще по цветасти было. А так все то же самое. Дом на доме. Вот эта вершина называется Twin Peaks. Вот эту антенну, вышку, видно отовсюду. Еще задолго до подъезда к Сан-Франциско. Какой ветер поднялся на полпути. Очень сильный ветер поднялся. Но нам никакой ветер не помешает попить вкусный кофе с видом на наш любимый прекрасный Сан-Франциско, да? Да. Шикарный. Шикарно. Сейчас. Мы маленько сменили локацию. Здесь большая парковка. Там два туалета. Как бы здесь получше. И видончик.
камеру и не видно. За сопочкой там, между двух сопок в проливе. Офигенски, ребята, это просто офигенски. Я не знаю, я лучше урбанистического панорамного вида пока еще не видел. Шикарный вид. Лучшее место для нашего кофе. Да? Да. Для вечернего кофе. Да, самый лучший вид для вечернего кофе. Правда, сегодня ветрено, но ничего. Это Сан-Франциско, детка. Это Сан-Франциско, детка, да. Хочешь любоваться этими видами? Носи круглый год пуховик. Ну или езди вон на великах. Они вон без маек даже ездят. Местные сумасшедшие. Ну. Так-то тепло, ветер. Шикарный видончик.